дно просто. Все, включись, пожалуйста. Вы не будете ругаться. Послушайте, Ровейся. Макс, Максибон. Кушайте рыбку. Минуту ждем, демон. Фулл ребаф, пожалуйста, сейчас по демону. Да, по-моему, начинаем. Выпускаем. Надеюсь, ты одел там шмот. Просто здесь. Притяжкой, пожалуйста, скидывайте. Притяжка 12. Повезло, у нас не хим не освобожден, ты можно просто так сказать. Притяжка у нас. Меточки вниз, рейд наверх. Справа далеко. Центральный стоп, 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 стоп. Крайние можно подбить немножко. Центральный не трогать. По центру далеко. По центру близко, прям возле склепа. Все, стопнули склепы, стопнули, не трогать их. Не трогать вообще. Сейчас разобьете обратно. Все хорошо. Смотрим, освобождем. Два хила в освобожденной магии, аккуратненько. Велики максимум 5-6 так. Тяжко, пытаемся. Захильте магию. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Два хила освобожденной магии, аккуратно мелики максимум 5-6 стак. Не хлопайте, пожалуйста. Шмет подними, пожалуйста, сову. Шмет сап. Первый склеп под босс. Мы перевели. Никто не хлопает. А Гасфер под босс, мелики ушли. Эту сразу разбиваем. Никто не хлопает. Фаза началась, аккуратно играем. Разбили. Скажи, когда ты памяти Таури, подними, пожалуйста, Фила. Следующий тоже подбосса, примите подбосса. Никто не стакает. Сейчас притяжка. Я сейчас дам тебе кап. БДК дал кап. Ну зачем вы разбиваете? Минус мелик. Он стоял. Налево беги, все, валю. Дай Геру, пожалуйста. Геру, хоть. Стрёмненький, убегай. Дал фридом, иди, беги. Следующий под босс. Разбили тут слева. Под босса шериф. Ушли милики, ушли. Не хлопайте, пожалуйста. Захильте его нахуй. Все, разбили. Снимаешь так и меняешь кац. Кац аккуратно, сжать. Кацу, уходи. Уходи. Спасибо, Фридом, дай. Под босса беги, Джеронимо, под босс. Велики ушли. Ладно, он где-то там справа. Ничего страшного. Все, следующий.
Два ляма. Налево, направо. Налево-направо добиваем. Налево-направо добиваем. Разбейте меня. Поднимайте проверь, как раз здесь работает, она реально работает. Я не знаю, что я прошу слава. Все равно скажу. Молодцы. Да разбейте меня. Сейчас задохну. На профайдить. Осколок роли. Наконец-то роллы твои. Пошли в базар, да? Да. На Эрдру надо? Алфая. На офспек ролить. Да, шатовый кьяд ретрика. Тебе действительно надо? Котя. Либо отдать это. Шипу. Так, там, поменяй БДК, если что, просто мод, так не забудь. Покорителя, гертокен. Мне тоже завтра на работу, ну чё? Чё уж поделать? Иди, иди. Был замена, если что. Без замены, если что, заходи. Навара, можно? Можно. Давай. Да уж, у меня тут и танк бисовый, и шмот, и все есть. Да вы запарили, ёпта. Маг нужен. Петухи, да? Да ладно, чё ты оскорбляешь, но мало ли людям надо. Не, если предупредили, то ладно. Еще один. Да это потому, что, блядь, ты Терешкову взял, блядь. Все увидели, что ты этого Дауна взял, блядь. И поняли, что ты всё хуйня. Я знаю, люди ливали, когда я так в рейды попадал. За меня ливали. Ой, да не, это все хуйня, ты нормальный пацан, блядь, такой охуительный тип. Блядь, как хорошо, что я записал это, буду потом включать, блядь, тем, кто на меня хуйню гонит. Это было первый последний раз. Какие-то агрессивные, хорошие, блядь. На самом деле, может, некоторым людям действительно надо вставать. Вот мне тоже 6 часов вставать, ничего. Да нет, понимаешь, я не оскорблял людей, просто... То, как я это сказал, это не всерьез, то есть, ну, то есть, если люди не предупреждают, да, там, бывает такая херня. Да. Слушай, они сегодня от меня такие унижения, такое гадство, что забей, они уже. Да, ты послушай Вадима, если его вайпнуть еще разок, блядь, ты послушаешь откровенное оскорбление, само не балуй. Ну, оскорбление по делу это одно, а оскорбление с другой целью это совсем другое. Куда тебе там плясовать? Да куда хочешь. Наоборот. Ты что, не видишь, что я линкую? А, у меня отключен этот чат. Сейчас погели найду. Ты в социализме не застоишь, да? Котя, Коть, ты слышишь меня? Ты либо второй Эршам тыкнет от сил природы. Ты? Хорошо, спасибо. Киласт. Ничего не порвать будешь? Что там, пати? Я не вижу, что ты. Попало бафом, Вадим. Ничего не поменял, нет? Ты прот. Ну, я понимаю, а остальные там ничего? Все нормально, уже распределили. Муческая путяник.
Да ты гонишь, что ли? Да включи олчат, блядь. Ча, какой у тебя ник там? Затейник. Это даун, короче, скинь нормальный спек на нем. Нет такого затейника, нет. Ща я чат обновлю. Твой спутник. Мурчус, напиши на русском. Значит, что не ищет. Мурчус. Позволь мне задать тебе вопрос. У тебя Realm стоит X1 либо X5? X1 у меня стоит. У меня три варианта. Нету затейников. Бля, не пойму. Сейчас. В игре. Не смоньте пока человека. Пусть не принимает КД зря. Вот я по Аргримару бегаю, типа. Мурчу. Сейчас сервер инфо. Я сижу на каком-то сервере, на котором два человека онлайн. А, я понял, короче. Зашел. Я на тестовый, да, зашел, правильно. Сейчас мучу захожу. Ловер, это просто пиздец, вот честно. А я что? Я не помню. Ловер, что-то знакомый ник какой-то. Да я ж с тобой на X5 рейдил. На X5? Рейдил ты Белича. Не помню. Ну а когда ты падал за БДК? А, это ты был? Да. А как у тебя там ник в том дисе? Это Шай. А, понял. Вот так вот, челикам скучно на, как он называется, на X5, они играют на X1, да? Так КД, точнее, КД, дредили уже сюда пришел. Я тоже так. Всегда так было. Че, подожди, так. А я думал, ловер с пибопом враги какие-то. Или это уже 10 лет назад было? Как у варов называется проб? Кстати. Этот. А не лучше ретрика сова будет, например. Да не, 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 не надо. Не надо, у нас есть сова. Ну если что, если вдруг надо будет, там, значит, сова из РДД есть только. Хорошо, хорошо. Поиграл на Сирусе с совой в Т10 и. Такое говно, блядь, больше десятки не могу дать. Да нам похуй вообще. Тут, наверное, в Т10 сова уже 12 тысяч, наверное, даст. 13, 14. Вообще жестко. Он уже принял КДМ. Это, класс, вот это попиже будет шутка, да? Чё прям? Чё? Ничего. Ладно. Сейчас, пойди, ссылку скину. А, подожди, стой. А тебе
Кого именно? А того не надо? А ты не видел? Ебать! Сейчас, подожди. А, БДК луна на ДД, я вижу, да. Я даю ДК, а вару не даю, потому что мы убили раньше, мы из-за тебя вайпнулись. Я думаю, ты с пониманием отнесешься к этому, не будешь там бомбить сильно. Но мы из-за тебя вайпнулись, только тупо чисто из-за тебя. Могли бы ну убить. Ну чё, папаша, шею на ролл. Поэтому, думаю, будет справедливо, если я отдам не тебе ее. Роль. Классно. Ну я думаю, лысый луне будет жирно две шмотки, да? Короче, анхоли ДК шею, давай, папаш. Да чё жирно, я же не говорил, что по одной шмотке отдаю. РЛ кидала в ЧС. Кидалом было бы, если бы я ему не отдал бы. Че, вы убили РС? Да. С горем пополам. Ну, видите, мы можем убивать, убили вообще без смертей, по-моему, даже, да? А, че так убили? Без смертей. Вообще, че тут убивать? А скажи, вот эти маленькие големы, они мощно бьют или как? А сколько они бьют? Нет, тут урон меньше. Тысячи по две. Там на первом траве, походу, помнишь, ты кинул квадрат Ретрика? Я еще думаю, ну хилю его. Ну, думаю, что это танк. Я посмотрел и подумал, какого хуя его, блядь, так пробивает сильно, блядь. А походу на него кто-то еще напулил. Слышишь, Валера, там тебя что? Звал Мучус. Если ты дальше рейдить не будешь, если каких-то рейдов у тебя дальше нет. На X1 один слот, там, короче, проф и лич 25 гер остались. Я там в рейде Ретрика. Прям сейчас? Ну да, он добирает, сидит. Не знаю. Если есть возможность, конечно. Эй, уйди отсюда нахуй. Ребята, кто там был с нами в рейде? Если кто-то может в гильдию желать вступить, то пишите мне в личку. Поговорим. Я не буду с этим Блад. Я с этим Бладбека не буду в одной гильдии сидеть. Он две шмотки. Я тебя не буду спрашивать, с кем ты будешь, а с кем ты не будешь. Они мне напишут в личку, мы с ними пообщаемся, и я приму решение. Хорошо, я ливну, если ты увольнешь. Ничего а страшного. Почему у него голос на Кирилла похож? На какого? На твоего парня Зигмунда? На Сэддрда. Я же говорю, на твоего парня. Ты нормальный голос делай, че за хуйня? Да ты чё, просто я не слышал уже года три. Блять, это Кирилл или кто это? Это самогон. Ты долбоёб? Реально Кирилл похож. Нахуй. Отвечаю, похож на его голос, вот тупо один в один. Или он наебу. Тебе включить запись, блядь, где мутанта называл тупым да ебаном. Да я слышал, да. Не, ну там нормальный голос. Можете мне кинуть гильдию, пожалуйста, ДПС с тьмой? Есть у кого-то? Да, сейчас кину. Я тебе кину ДПС из света. На. ДПС из света я сам вижу. Че, будет возможность зайти на X1? Че писать этому Учусу? А кто там нужен? А, сейчас прошу. Вон, смотри, с кем убить, да? Ага. Все, я теперь только АДК буду играть. Ну, нормально, он только шел там, нормально дамажил. Ну, я тебе говорю, типа, есть смысл. Есть смысл, пока нету нормальных ДД, типа, в свету. Ой, наверное, во тьме. Есть смысл 6 до этого запихивать, потому что, как я искал, будет материально 70. Слышишь, Мучус? Mm. Там Валера спрашивает, какой класс нужен, РДД или милик? Маг. Пусть маг. Мага. Сейчас я ему скажу. И все, типа, код нормально дамажил, ты нормально дамажил. Я более-менее. И Валера. Поэтому у нас свету, типа, у нас просто дамагеры нормальные были свету, поэтому так получается. А да тьме, ты типа видел, там, вот первый трай, короче, когда кота не было,
типа мы с тобой в два ебла весь трэш заливали на похуях. Слышишь, короче, он говорит, маг, нормально все было. Если вы слушаете то, что я говорю, и стопаете дамаг, то никто ничего не переводит никуда и нормально убиваем. Просто нужно главное слушать внимательно и делать то, что я говорю. Если все будут послушными, то убиваться все будет отлично. Слышишь, Валера, он говорит, маг нужен. Ален, пошли в диск. Целка? Да, там пруф или ничтурка. Войт, иди на свой сирус, ты тут не нужен, понял? Закройся. Ты не умеешь играть, ты удаляешь персов из-за того, что не умеешь играть. Я сейчас тебя удалю. А ты помнишь, короче, как псих решал, кого из вас в рейд двоих не брать? Серсею, короче, на анбаф или тебя? Не. А я могу пруф скинуть, кстати, с твоего же канала. Давай, скидывай. Это, что, Валера, заходишь? Нет, да. Чему сказать? Магом на профа? Да, да, проф и лич. А там нормальный рейд мы убьем? Ну, Синдру убили только что, с первого трая нормально все. Синдра и лич — это разные вещи. Ну, сейчас, вы там что, была слот уже? Ну, да, один слот стоит. Тут ну, лок, лок есть в рейде. Сейчас я зайду. Я пошел в его дис. Есть у тебя его дис? Нет. Ну скинь мне сюда. Сейчас. Скиньте мне тоже. Да, блин. Дальше, конечно, собирали, чем убивали. Скинул в этот в канал. Я пошел туда пока. Угу. Пишет не сейчас, для этого. Сказал, заходи. Hello, мод, да? А, да все, спасибо, дали флоску. Хила. Хила. Прот, надеюсь, у всех есть? Кто рели? Ловерман, что ли? Не да, был. Ловерман, что ли. Бля, самогон! Бля, сейчас опять в цирк превратите этот рейд, блядь. А ты мутани, мутани этого дурака просто. Самогон, здравствуй. Здравствуй. Самогон, мы тут, короче, Ксюхой одной общаемся, охуенная девка. Можно я вызову? Этот, блядь, Терешкова, ой, Терешкова. Ну да, да, Терешков говорит, я буду с Жинкой разводиться, а мы с Келасом говорим, братан, да это ну что мы, не будем же ж друга вот так вот жестко, там как бы Жинка будет без дела пропадать, мы пообщаемся там туда-сюда. Ребята, вы узрели, давайте, блядь, вы, ну, пожалуйста, дайте Реулу слово. Блядь, ну, нахуй, вас слушать это тоже. Я просто к тому, что это вас каждого надо убавлять, либо вообще, блядь, уничтожайся вообще из Дискорда, чтобы вас... Блядь, вы так смешно сказал. Потому что, сука, а может, ты просто завалишь свое ебало и будешь слушать? Да, ладно, вот сейчас... Подожди, кто это сказал, и повтори. Он уже ничего не повторит. Я просто заколупался, блядь, блядь, всех нахуй. На мозги давите, ребят. Мне уже зашел. Переживать. Здорово. Просто и так все устали, блядь, и на самом деле без 20, блядь, так, дальше, шкаф, пожалуйста. Да. Шкаф, пожалуйста, поставь. Поставь, пожалуйста, шкаф. Пристабав нажмите. Ну, сейчас суманем мага, и тогда пристабав даем. Ну, блядь. Давай быстрее шкаф, уже дали пристабав. Еще ты повыебывайся.
Валера тут. Тут. Да. Давай full buff нажимаем. Все full rebuff нажимаем быстренько. Очень быстро. Оперативно. Киласт. Нажми плюсик, если сможешь поворовать стаки. Минусик, если не сможешь. В рейчат. Бурстим или стопаем? Бурстим. А есть рыба? Я и сам могу поворовать, просто я спрашиваю в хантах. Хорошо, я сам поворую, тогда больше никто кроме меня не ворует. Если это понадобится, конечно. Джеронимо, даешь СС по Алфая. Чек на пол. Милики, подходим ближе. Все готовы? И маги, и локи стоят под столом. Никто вообще по центру не находится во время того, как будет переходная фаза. Ты только по зеленому косноязычие. Давай, пожалуйста. Ну, красный, когда он сам. Смотрим лужи на секунду. Не умрите, как на прошлом трое лужи. Чему передавать? Алфая по кукле, пожалуйста, омоложение и буйный рост тоже. С зеленым отлетаем в центр комнаты, красный дал бог, стой на месте. Стой на месте. Отлетаем в центр комнаты. В центре комнаты собрались. Квадрат. И отлетаем обратно к столу. Обратно к столу. Рекаст красного. Рекаст красного. Бежать. Бежать. Он замедленный. Вы меня будете килить. Здравствуйте. Он замедленный. Возьми ничего. Да уже не замедленный. Все, хорошо, корона. Но у него пропадает баф. Смотрите, сейчас пельмени. Сейчас будет лужа и колб. Колбы смотрим. Все, останавливайся. Все, пошли в зеленого играть. Все милики в зеленом. РДДшка стоит ровно в квадрате. В РДД зону прилетели, остановились. Милики. Хорошо. Добили. Смотрим, сейчас будут пельмени полетели и колбы 2 секунды. Не ловите пельмени. Подхильте, рейд. Затейника захильте. Смотрим, сейчас будет красный выливаться. Пельмени полетели, красный вырывается, РДД красного. 7, блядь. Охуеть. 7 милики играют только по профу, переводим. РДДшки додайте тоже. РДД тут красный. Все, милики переключились в красного. 2 секунды колбы. Бурстим, переводим. Пельмени только не ловите. Рекаст. Добить. Все, перевели. Макс, подними эльфичка. Алфая, Айнура, быстро. Гимн на ману отдает сейчас Агасфер. Тотем на ману от Favorite Call. Геру, пожалуйста, нажми. Затейник, беги. Отлетаете в центр комнаты. В центре комнаты даешь бомжей. Кирилл, в центре комнаты. Я уже дал. Хорошо, ничего страшного. Гимн на хп альфичка сейчас. Гимн на хп, когда выберет цель, долетит. Рекаст красного, отбежали, готовим боб. Боб, срочно! Охуенный боб, да?
О, как неожиданно! Меня только скинуло сколько, если ты бы меня просил, Боб, да еще. О, как неожиданно! А че, вы сами не видите шоу красного рекаста из меня? Еще раз говорю, я протопал, я, блядь, с куклы мне только скинуло, и я не успел даже скинуть, Боб, сразу все сдохли. На тебя, Боб, на тебя метка красного повесилась? Не, не на мне была. Ну, так речь тогда не про то, что ты успел или не успел, Боб, дать, а про то, что метка красного не бежала. Все взрослые люди, все уже знают эти тактики, понимаешь? Я, ребята, тоже. Старные вещи. У вас было двое замедленных, блядь, этих. Да. Это вам надо было ДПС обводить просто, да и все. Я потому что обоих замедлил. Здесь, ну, блядь, я понимаю, чтоб один, блядь, где-то там катался. А, ну, здесь тупо рекастно. А что, протопал, что я последним был, который остался с Богом? Сомневаюсь, по-моему, там какой-то ретрик остался. Да, последний с Бобом остался, скорее всего. Потому что ну... там два... А, нет, не последний. По-моему, последний он остался. Было два Боба, кстати говоря. Отдал я первый, второй кто-то еще отдал. Еще один Эрпал. Здравствуйте, ребят. Значит, я. Ну, видишь, меня только соскочило с куклы, и все, здрасте. Нет, не ты. Ой, ты не дал свой боб, что ли? Не, меня зеленый откинул в другую сторону от красного. Сзади, Валя, давайте убьем ее. Валя. Сам понимаешь, с куклы кидаешь, у тебя там такая темная хуета, блядь, которую ты не можешь нихуя сделать. И вот все, вот в это время, здрасте, у вас такая вот поебота происходит. Я заметил. Я бы конечно отошел. Ладно, сказал, это сейчас не важно. У нас лог где находится сейчас? Все, умер, вижу. Побежали, встали, побежали. Не, ребят, блять, на самом деле, я могу, давайте так сделать, вы два бога дадите на красный, блять, если хотите. Я, блять, зеленого затормозил. Да речь не про то, что ты бог успел дать, а про элементарную тактику, что у красного есть рекаст, блин, и ребята должны... Да я понял, это сарказм просто, дружище. Ну, понимаешь, два слизня замедленные, а тут ничего не делают. А, летают валики, пардонте. Осторожнее, ребят. По краю пробегайте. Как я устал. Вадим рвается, надо пивас, да? А ты играешь стал, блядь, заново? Ливает. Что в этом вся прелесть рейдов с пугами, да? Да, люди ливают постоянно. Ой, чё у тебя с микрофоном? Чё говоришь? Чё у тебя с микрофоном? Нормально же все было. Да не знаю, но у меня, короче, стоит виртуальный кабель, вот, и получается голос, который попадает в микрофон, прежде чем попасть в Discord, он проходит обработку через этот виртуальный кабель. Вот, там идет подавление шума. Вот. Если убрать этот виртуальный кабель, то будет шум от компа. У меня там вентилятор работает и сильно шумит, а так не шумит, вроде как, не должно. Бля, господа, в чем у вас проблема послушать РЛ? Нам?
возможности вернулись все назад и помогли добить трэш, чтобы мы прошли нормально. Тут тоже трэш, кстати. Вторая еще есть, да? Нет, вторую не да. Есть, есть. Я не вижу, не ходит вроде. Слушай, ну столько же большое время прошло, что-то да, конечно. Прошло. Нет, я не был выпивший, даже на себе, но что-то пошло не так. Лагерь, бывает, я не даю. Да, господа, я, кстати, в один тёк предупрежу, тут буквально полчаса этого расхваливаю, потому что... Да. Я тебе говорю тоже, что я тут не собираюсь торчать до часу ночи, поэтому я завтра утром тоже на работу. Я так могу еще чуть посидеть, но не более. Дайте шкаф сразу и сумните мага. Сразу пулять будем или там поссать, покурить есть? Не, сразу пулять будем, поэтому если тебе надо пойти в туалет, то быстренько беги. Не, подожди. Там все равно ничего не будет. Тем более подсказок я. Надо подождать. Я пока не могу прочитать. Сейчас же, кстати, ничего, ты мне подскажи, а эти товарищи на протопалах, которые, блядь, уже выскочил в голову. Рукари? Да, они что, убивают, ну, допустим, я с них скидываю дневник вес, и они заново кидают берсу свои? Да. Серьезно. Киласт. Просто мне жалко распускать, потому что повесил КД половину сервера. И люди пришли помочь. Просто помочь. А кто-то афкашит. Половину ребятам просто вообще просто зашли и зашли. Уже, наверное.
все готовы, ближе подходим. По слову атака. Никто раньше БДК не пулит. Очень внимательно служить рекастами и так далее. Пельменями. Ваш ПМ минусанулось от пельменя. Ходим там. Тут краешки подпивать, это не понимаешь. Все абсолютно под стол магии локи в том числе. Смотрим свои цели за дом. Красным дал бог, стой на месте. С зеленым отлетели в центр комнаты, в квадрат стали и отлетаем обратно к столу. Кончился бог. Ничего, он кончился, но он ничего не бьет. Он только на ретаргете. Ретаргет красного, вот сейчас беги. Хильте, захильте, захильте, бейте этого красного и добейте зеленого. Кропаль остался. А теперь сейчас Алфая поднимаешь меня. Алфая поднимаешь меня. Все под стол. Так, хорошо. Не-не-не, идем к зеленому без остановки. К зеленому без остановки. По мне дайте, пожалуйста, баф. Полетели пельмени. Хорошо. Сбежались в центр комнаты. Это нихуя не центр комнаты. Так, кот поднимает мага. Кот поднимает мага. И Макс, подними, пожалуйста, Акси. Шмыт, подними, пожалуйста, мага или еще. Вы меня слышите или нет? Вы поднимете сегодня этих людей? Милики переключились в красном. Захильте сразу. Маг, вставай. Аккуратно, колб. Дайте бафы по ним. Сразу будем в зеленого играть. А на голове не добил, просто, блядь, у нас тут ёбка просто. Допивай, допивай, у тебя еще одна в самом конце комнаты. Я говорю, да я походу не допиваю. Ничего, допивай по возможности. Замедляй. Ну ладно, этого ничего страшного. Добьем так. Полбы одна секунда. Доводим до 38 и до 39, играем только в краску. Еще чуть-чуть бафнуть. Все, стопнули. Стопнули, стопнули, стопнули. Милики ушли от профа. Ушли от профа! Ребята, красный выливается. Замедляй его, обязательно пельмени полетели. Все, беги. Беги, беги, беги. Пельмени. Колбу. Все, выпивай по центру комнаты. Колбы. Переводим. Раз, ну. Они раскинуты, просто я понимаешь, мне таргет показывает один кубик, то он не выпит. Давай, 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 пей, пей, пей. Давай, делай. Хорошо. В центр комнаты отлетаем с. Боб. Дайте боб по нему. Стой на месте. На вкус, как вишенка. Стой. Это пиздец. Единичка показывает, что ты выпил, отходишь, а назад там заново восстанавливается. И хер поймет, что это происходит. У тебя есть ретрик? Интересно. У меня да. Давай я попью уж нормально. Нет, так в плане того, что ты хочешь сказать, я косячу, это просто какой-то сраный баг, нахуй. Ты просто криво на луже стоишь. Давай я попью нормально. Окей.
и хорошо посоронуть. Ну, бля, ребята, я на самом деле, я подходил к самому центру лужи, я все до конца допивал, она пропадала единица, все. Я погнал. Давай я сделаю нормально, говорю. Понял, я тебя услышал. Ты в протопале, Войт? Ну, есть спек. Ну, спек. Если у него спек. Ну, у него ретрик, да, спекнется. Давай еще один трай, или я, и все. Нет, здесь просто на самом деле, блядь, вывадит. Тут какая-то херня просто. Чай я попью, нормально все будет. Я тебе говорю, ты хоть раз, по-моему, ты же играл не раз в этой, на серваке. Бывает то лужа сверху, то, блядь, туда, то сюда. Сейчас и посмотрю, плюс я. У вас раскинуты эти лужи по самой голове. Сейчас. Пока что стопните разговоры. Стремненький у тебя есть АДК спек? Либо ФНК, без разницы. АДК желательно. Не бегите, остановитесь. Что там, сагрели что-то? Вальку, да? Да, Вальку сагрели. Вальку, да. Все, можно бежать. Это БДК, ты профа можешь сразу подводить к зеленому. Там ДКшкам профит будет, фурикам, там остальным кто клевать может. А не держать его там, где ты держишь между столом и тем местом, куда выбивается зеленый. Да, ты колбу просто оставляешь на том месте и ведешь его дальше под зеленого, когда он выбивается. Ну типа вообще нон-стоп. ДЦ же есть? Чё мне, каски также раздать или прото? Да тебе прото, а он уже каски раздаст. Кац, ты в РПале. И ты раздаешь каски. Это last try на профа. Если мы сейчас профа не убиваем, то я расход делаю и потом соберем по КД, может быть. Может быть, не факт. Вставай. Каски раздавай, Кац. Только побыстрее, пожалуйста. Я в Редрике, да? Да. Каски раздаешь. Я слушаю.
Сейчас все у нас там каску, не кричите, просто мана. Я понял. Готов. Откатились. По слову атака БДК. Отличные новости, народ. Усовершенствовал штат чумы, который уничтожит весь Азерот. Вы уже выйдете? Омоложение буйный рост. Все под стол. Магию логов дальше. Чему передаем? Может получиться что-то любопытное. Смотрим цель. Незамедленно красный, если что. Незамедленно. Долбоб, стой на месте. Стой на месте. Отлетаем в центр комнаты. В центре комнаты собрались и отлетаем обратно к столу. Замедлил. Отбежали. А куда отбежали, меня сразу откинуло под него. Это еще откуда? Все. Ты же говоришь, центр. Ты видел, где я меня сдох? Все, знаю. Всем спасибо, спокойной ночи. Спасибо. Давай, спокойно. Жалко, что с куклы спрыгнуть нельзя. Спасибо за рейс. Да, всем спасибо, удачи, я думаю.